Циклон Ларс внес коррективы в жизнь Гродничины на уходящей неделе. Обильный снегопад утром во вторник парализовал движение до 10-бальных пробок, естественным образом отрегулировав скоростной режим в городе. Госавтоинспекция области, анонсировавшая начало мониторинга по проезду перекрестков, была вынуждена отложить эти мероприятия и перейти в спасательный режим несения службы. Чаще приходилось вытягивать из сугробов водителей, чем контролировать нарушения. И хотя само качество дорог и погода требовали от водителей максимальной концентрации за рулем, некоторым благоразумие все же отказало. За период времени с 25 по 28 января в нашем регионе мобильными датчиками контроля скорости было выявлено 310 нарушений скоростных режимов, а в городе Гродно эта цифра составляет 88. На этой неделе не обошлось и без задержаний нетрезвых водителей. Так, за указанный период в нашем регионе было задержано 11 таких водителей. Кроме того, за этот период нашлось 14 водителей, которые до сих пор рискуют ездить на летней резине. При том, что закон, во-первых, обязывает водителей независимо от погоды переобуть автомобиль к 1 декабря, а во-вторых, в разгар циклона даже на новых зимних шинах автомобиль иной раз мог быть неустойчив. А безопасность езды на летней резине в такую погоду и вовсе сведена к нулю. Насколько можно расслабиться автомобилистам и тем, кому зима не по душе, рассказали синоптики. Хотя в ближайшие дни таких радикальных снегопадов не предвидится, небольшие осадки и мороз до 6-10 градусов все же будет. Вместе с тем, этот январь был довольно теплым, за исключением нескольких дней в середине месяца, когда стояли крещенские морозы до минус 18. Впрочем, начало 2021-го все же выдалось более холодным, нежели январь 2020-го. В этом году первый месяц на 5 градусов холоднее, чем в предыдущем. Ну а по осадкам конец января обогнал не только многие предыдущие зимы, но даже установил рекорд. Для Гродно, согласно архивным данным, за 77 лет наблюдений именно 26 января был установлен рекорд по осадкам. Тогда за сутки выпало 17,8 миллиметров, а в этом году зафиксировано 17,1 миллиметр. Ну и по высоте снега рекорд побит. На утро 29 января высота снега составляет 44 сантиметра. К слову, предыдущий рекорд для третьей декады января был зафиксирован в 1979 году. Тогда высота снежного покрова достигала 40 сантиметров.